сыщик Добрыня идет по платформе в красивой парадной наглаженной форме. Ведь нынче на улице 1 мая бежит по перрону дворняжка незлая. Вы видите, Семёна, виляя хвостом, ну вот что случилось, ребята, потом. Дворняга срывается с края перрона, вот-вот попадет под колеса вагона. Быть там, где ты нужен, и там, где опасно, на рельсы спускается сыщик бесстрашно. Собачку он поднял на мокрый перрон, чуть-чуть не попала она под вагон. Прошло 5 секунд, и колеса стучат. А люди Добрынину громко кричат, что мог умереть, как последний чудак, и столь-то гибнут, спасая собак. Добрынин ответил: друзей не предам, и даже дворнягу в обиду не дам. Но то, что в грязи моя новая форма, так в этом, увы, виновата платформа.